Меньше чем за 2 недели 2 крупных аварии с участием рейсовых автобусов. Погибли уже 22 человека. Больше 60 пострадали. С тех пор, как техосмотр перешел от государства в частные руки, получить заветный талон можно, даже не показывая автомобиль. Сфера заказных перевозок вообще никак не регулируется. Да и к официальным транспортным предприятиям у специалистов много вопросов. И это нужно срочно менять. Мы все равно должны еще раз межведомственной комиссии, создав ее и сотрудников ГИБДД, транспортной инспекции, приглашение союзов, объединений перевозчиков прийти и все-таки ключевые моменты в предприятиях посмотреть, зафиксировать. Потому что идет изменение законодательства там, по медицинскому обслуживанию и допуску транспорта, по оснащению транспортных средств ГЛОНАССом, тахографами и так далее. То есть очень большой комплекс мер, которые перевозчики должны выполнять. Тем временем министр здравоохранения края докладывает, число пострадавших в аварии под Козулькой за ночь выросло. В общей сложности количество обратившихся за помощью уже составило 55 человек. 26 раненых доставлены 5 рейсами санавиации в Красноярск. Большинство из них сейчас находятся в краевой больнице. Тяжелых 13 человек под наблюдением. То есть у нас увеличился на 1 человек, на амбулаторную пациентку 83-го года рождения, которая обратилась в Ачинскую ЦРБ утром с ушибом локтевого сустава. Губернатор добавляет, сейчас нужно оказать максимально возможную помощь всем, кого коснулась эта трагедия. Семьям 11 погибших в этой автокатастрофе выплатят по 300 тысяч рублей из краевого бюджета. Пострадавшим в аварии страховая компания обязуется выплатить до 2 миллионов в зависимости от степени тяжести травм. О состоянии пострадавших главе региона докладывают каждые 3 часа. Здесь, конечно, важно всех быстрее там вылечить, поставить на ноги и побороться за жизнь вот этих там тяжелых пациентов, очень тяжелых, но тоже все, что возможно, делается. Тут особых каких-то у меня ни сомнений, ни замечаний нет. После случившегося значительно усилили контроль за автобусами и большегрузами на дороге. Всего за 2 недели автоинспекторы выявили около 1000 нарушений со стороны перевозчиков. Патрули переправляют с городских улиц на загородные магистрали. Причем теперь и экипажи ДПС, и камеры видеофиксации стоят не только на аварийно опасных участках дорог, но и там, где водители чаще всего превышают скорость. Именно в эти места выставляются наряды госавтоинспекции для того, чтобы избежать своим видом, своим именно наличием на проезжей части и примером. Они дают понять водителям, что здесь не стоит превышать либо нарушать правила дорожного движения. Наряды ДПС работают как с водителями автобусов, проводят рейды мероприятия, так и с водителями большегрузных транспорта. В большей степени это нацелено на скоростной режим, на нарушение правил дорожного движения при маневрировании. Кроме того, камеры теперь способны фиксировать не только превышение, но и выезд на встречную полосу через сплошную. Так что водителям нужно помнить, за ними пристально следят. Алина Штоколова, Александр Ермошенко. Новости.